Здравствуйте, дорогие друзья! С вами дядюшка Бамбуцу и вашему вниманию новая работа, новая флейта, размерность 2,5 сяку. Это хочику, флейта с широким сложным каналом природным. У нее есть имя «Дикий лес». Вот эту вот резьбу я делал на основе работы профессионального каллиграфа, с которым мы взаимодействуем. Вот. И интрига состоит в том, что вот здесь такой скорописный стиль, который, ну, так скажем, можно исполнить в разных вариантах. И в данном случае получился очень прекрасный один из вариантов, такой вот один из японских стилей. Вот. Но у меня появилось такое интересное такое ощущение, что, возможно, проявится еще одна, а может быть, две флейты, которые будут иметь тоже название. Никогда так не делал, но почему-то вот такое пришло ощущение. И на них будут те же иероглифы, но несколько в других исполнениях. Вот делюсь этим сейчас. Никто пока об этом не знает. Не хозяин этой флейты, который уже, значит, ее приобрел. Не каллиграф, никто не знает. Вот сейчас только эта идея появилась. Но когда это видео появится, уже, возможно, будут какие-то в этом направлении изменения. Вот. Очень интересная флейта. Именно это хочику, то есть здесь вкус звука, вот этот сам, само ощущение, оно во многом остается вот внутри флейты. С хочику такая вот история, что это всегда сложно, ну, как бы показать, потому что сикухати, она, как правило, более яркая и более такая вот вовне идет, и ее звук как бы пленяет своей красотой, своей глубиной. А вот хочику, она такая в этом смысле скромнее. И наоборот, даже если играть очень скромно, она проявляется лучше. Но показать это сложно. То есть вот... Такие микротоники, они где-то там внутри остаются, и в этом фокус, то есть что только тот, кто играет, он как бы с этим взаимодействует, а внешнему, так сказать, пространству достается только какая-то часть.
И, собственно, вот этот момент, он, его могут понять именно те, кто практикуют, те, кто проявляют доверие этому пути, приобретают инструменты и начинают исследовать, начинают погружаться и обнаруживают, что да, этот момент есть, и начинают в него как бы идти в этот момент и вот это обнаруживать. Вот, конечно, безусловно, это все параллельно с изучением сикухати в целом, с изучением традиций. Традиций именно я говорю, потому что их много, но в то же время они все, ну, как бы объединены общим вот этим вот звуком, общим колокольчиком, и несмотря на всякие всевозможные разности видения, то все равно в сикухати в целом очень именно много, на самом деле, общего. Вот. Конечно, при, так сказать, умении и желании здесь можно сыграть и более чисто. Но вот все равно, даже при чистом игре, чистым звуком, все равно вот это вот некое такое, такая тягучесть, она остается внутри, то есть она как бы чуть-чуть такую создает прижимистость, в которой есть вот эта вот красота. Это как можно сравнить, как красота вот мудрого пожилого такого человека, да, то есть он, конечно, ну, не так красив, как там, не знаю, там молодой Ален Делон, но он обладает вот этой уже другой красотой, да, то есть не какой-то пышностью, яркостью и такой вот энергии, да, а она другая, то есть она тихая, она скромная, она может многим даже быть непонятна и незаметна, но только тот, кто уже почувствовал вкус вот этой вот этого спокойности, медитативности, этой растворенности в существовании, во Вселенной, вот эти люди, они смогут увидеть эту красоту. Вот Хочику — это об этом. Это как раз вот именно осенние флейты, да, то есть именно их звук всегда несет в себе вот эту, ну, какую-то большую составляющую осени именно, да, то есть когда, казалось бы, все наоборот затихает, все к зиме замерзает, умирает, но на самом деле это всего лишь вот именно вот этот вот, ну, как бы переход к вот будущей энергии, то есть без этого не может быть чего-то еще, в этом вот заложен именно такой глубокий смысл, и как и, собственно, в звуке Хочику, и недаром это вот явление, как бы, ну, в 20 веке оно как бы вот себя так, ну, как бы проявило, да, конечно, это всегда было. Все эти, значит, понятия, понимания, они всегда были, но Хочику это как бы раскрыло на каком-то, можно сказать, новом уровне, да, вот, благодаря, собственно, мастерам, таким как вот Адзуми, и там Кокуни Шимура, и многим-многим другим, вот, и мы продолжаем это исследование, этот путь, и вот я в своих видео пытаюсь это немножко обрисовать, немножко показать, немножко как бы указать в эту сторону. То есть это не то, что, скажем, там какое-то вот такое, что вот здесь какое-то знание, и вот приходите, и только здесь вот сейчас будет. Я думаю, что это не совсем правильный для меня как бы подход, хотя я всегда делюсь с теми, кто вот действительно интересуется, но больше это некое такое предложение, указание, что вот есть такое направление, есть такая возможность исследования. Вот. И лучшим образом это можно произвести именно практически, когда у человека появляется инструмент, и вот это человек начинающий, у него какая-то есть там, допустим, начального уровня флейта, интро там, но
но вот с этой флейты уже можно будет погружаться, исследовать. И здесь как раз эти флейты, они позволяют это сделать. То есть вот взять и сразу начать. То есть здесь не обязательно, что вы сразу какие-то будете сложные пассажи или что-то играть. Просто звук, вот просто дыхание. Вот просто выдох такой. Вот, такой рассеянный звук, такой вот он расщепляющийся на какие-то звуковые такие гранулы, какие-то обертона. Такой вот этот момент. То есть это просто дыхание, да, но оно еще превращается в звук, да, в такой глубокий, низкий, спокойный звук. Но потом с обретением этого дыхания, этой силы, от этих всех возможностей появляется амплитуда. Появляется амплитуда, когда вы можете не только вот на этом уровне, так сказать, остаться, а вы еще можете перейти с него куда-то еще. То есть выйти из какого-то плотного, такого сильного потока, да, в какую-то вот расслабленность такую. То есть это просто расширяет ваши возможности, которые вы можете использовать в разной мере. То есть это не означает, что вы постоянно играете с какой-то такой напором, с силой. Это можно играть очень расслабленно, что и делают по факту опытные люди, но не как бы не на камеру, а просто когда вот играете. Это такие даже не как не проявляющийся звук, да? Это как некие посылы, такие посылы, дыхательные посылы. Вот, а звук, он как будто бы очерчивается, да, вот эта вот как бы пустотность, чуть-чуть такой, как происходит росчерк, и опять исчезает. Вот опять-таки как в каллиграфии. То есть бывают такие стили, когда вот кисть идет, потом она раз вообще как-то исчезает, какие-то прочерки, и потом раз и появляется. Вот здесь вот очень есть такая перекличка с этим процессом. Вот. Ну и да, конечно, сам звук Хучик, он рассказывает о себе. Он рассказывает о себе, рассказывает о вас, рассказывает о Вселенной. И всякие слова это только вот, ну, можно сказать, для тех, кто только-только подходит к этому явлению, чтобы немножко подсказать, да, что здесь как устроено и так далее. Вот. Потом уже начинается, собственно, то, что за словами, именно практика, то, что называют практика. Это практика, это то, что не описывается словами, а сам процесс. Oh,
Thank you.